20:30 на Первом Приднестровском, время КЭБа. Оставайтесь дома, в стране ЧП и его продлили. Это главная новость. Сегодня президент подписал указ. Режим чрезвычайного положения в стране будет действовать до 15 мая. Это пока. Дальше все зависит от ситуации с коронавирусом. Напомним, сначала ЧП в Приднестровье ввели 17 марта. Дальше 1 апреля продлили еще на месяц. Тогда же Верховный Совет постановил, все указы президента, подписанные в рамках ЧП, вступают в силу сразу. Так что в этот раз чрезвычайная сессия собираться не будет. И еще один указ президента. Следующую неделю тоже отдыхаем. 28, 29 и 30 апреля объявили нерабочими днями. Это не касается медиков, милиционеров и учащихся. Онлайн-учеба тоже продолжится.